Владимир Высоцкий. Трофейное кино. В кинозал до военной поры набивались и старый, и малый. На экране чудил небывалый мир блестящий актерской игры. Был он вправду и ярче, и чище этот живший в проекции мир, чем привычное нам толковище коммунальных квартир. Говорили и пели они не про нас, не про нас, не про нас. Объясняться наречием таким мы и не помышляли. Но манил этот мир и огни, и счастливый рассказ нас надеждою новой на будущее оставляли. Уходили отцы на войну и не видели, как плачут дети. В их слезах, затаенных при свете, ночью горе солило десну. И все реже с экрана смотрели ненаглядные эти глаза. В них теперь отражались потери, и сходилась гроза. Говорили и пели они не про нас, не про нас, не про нас. Объясняться наречием таким мы и не помышляли, но манил этот мир и огни, и счастливый рассказ нас надеждою новой на будущее оставляли. Наконец, под родительский кров пусть не все сыновья возвращались, хоть они стариками казались после госпиталей и боев. И крутили тогда в кинозале кинофильмы трофейные нам, чтобы чаще всего доверяли лишь своим головам. Говорили и пели они не про нас, не про нас, не про нас. Объясняться наречием таким мы и не помышляли, но манил этот мир и огни, и счастливый рассказ нас с надеждою новой на будущее оставляли.